$1.50. И это $1.50. Может, такой маме потом, дед, купить, а, так дед? Дабы не мой взять. Колокольчик я постоянно покупаю. Вот такой. Я и покупаю. Она мне сказала маленький взять. Возьму. Или какой-нибудь... А, нет, вот такой, смотри, какой есть. $4.75. Ну, он, конечно, стоит. Но стоит. Он хороший. А я, типа, вот такого можно. Вот это я. А нам зачем? Не, я маме. А, маме, конечно. А папе, дед, знаешь, что мы хотим? Он мне хотел горшочек какой-нибудь гнилинный. Может, ему вот такой вот купить? Может. Да. Мы еще будем. Нет, Лиза, вот. Мы в некрасивый поедем еще. Ну, я же смотрю, тут такие же есть. Ракушечками есть. Вот, я вот такой вот. Дед, смотри. Так. Мы сейчас в магазине. А это что? Двери так раскрывают. Странненько. Харибик. Рыба. Пикобел. Шляпки бабушки. Я же без денег тоже. А бабушка выглядит. Скажет арт. Это что такое? Господи. А маме надо где такие взять? 3 евро всего. Две разные. Смотри, вот. А может, вот такой, дед? Смотри. 4. Вот, попал. Она сказала мне один взять. Ну, вот такой, давай, смотри. Тут все разрисовано. Так, возьми, интересно. Я тебе деньги дал. У бабушки они где-то там. Нет, вот, берите. Ба. У дедушки, у бабушки. Шлеп.